Под туманным небом Китая лежит Ковлун, самый густонаселенный город, которым что-то там, да, ребят, всем кукусики. Сегодня поиграем с вами в хоррор, я так понимаю, это инди-хоррор. Озвучки здесь нету, однако для молодого студента первым и насущным желанием является обрести дешевое жилье. Да, тут, как говорится, озвучки нету, будем читать. И, наверное, будем пугаться с вами от скримеров. Надеюсь, будет страшно. Надеюсь, вы это смотрите ночью. Без света. Что ждет его внутри стен? Не знаю, может, цемент. Либо арматура. Либо, как и у Джерри, который живет в каждом доме. Так, как обычно, я скачал игру и без понятия, что тут, как тут, где тут и кого тут. Да, по поводу, смотрите, вот нажимаешь этот Escape, и тут только 4, чувствительность, громкость и качество. Все, здесь нельзя не настроить ни гамму, ни звук, ни ничего. Так что, если будет темно, то держу в курсе, не только вам темно, но и мне. Ярче сделать не могу. Блин, а прикольно. Прикольно, такое чувство, что кто-то... Взял, одел себе камеру на голову и заснял реальные эти, как его, постройки. Ладно, идем. Идем. А ты что, это то, что я думаю? Не, это не то, что я думаю. Жалко. Жалко. Как говорится, кто понял, о чем я подумал, напиши мне в комментариях. Так, давай смотреть. Правой кнопкой мыши, левой, пробел, C, Shift. Ага, на Shift это типа, вот смотри, мы идем, а вот это типа мы бежим. Так ты шо, ля, волосики назад. Ладно, пошли. Пошли смотреть, что нас тут ждет. Так, я надеюсь, музыка без авторских прав. Спасибо, пожалуйста, да, нужно будет поговорить в этот момент, только если мы пройдем. Потому что я без понятия. Так, ага. Куда-то мы пришли. Да, как я уже говорил в начале, здесь нету озвучки. Тут либо будут скримеры нас пугать, либо типа страшный текст будет. Наподобие там тебя ждет бабайка. Так, куда нам? Я снял комнату. Квартире на четвертом этаже, хорошо. А, интересно, это первый или вот это вот первый? Ладно, первый, это походу второй, да, этаж. Так, второй, идем. Третий. Моя ж ты, зайка, ля. Привет. Как ты? Бедная собака, наверное, проголодалась. Да, давайте, наверное, мы потом собачке что-нибудь вкусненькое принесем. Так, ну тут темно. Тут темно. А, ярче я не могу сделать. Так, ага. Фу, ну и запах. Неужели Ваню привезли? С учений. Понял. Ладно, пусть Ваня отдыхает. А мы с вами... Пойдем дальше. Прикольный райончик. Нужно, как говорится, когда стану популярным, заработаю миллион денег, поехать снять здесь комнату. Так, ну по идее это четвертый, правильно? Да, это должен быть четвертый. И где же наша комната? Так, вот дверка и тут дверка. Бонжур. Моя ж ты зайка, ля, какая комната у нас. Ты шо вообще? У нас и полочка есть, и банки с мозгами, или что это такое? Есть, граффити, стул. Прикольно. Прикольно. Но самое смешное, что эта комната лучше, чем у меня вообще ей было. Так, но это походу не наше. Это походу не наше. Вот наша дверь, значит, да? Нет, это не наша дверь. А можно немножко потише? Я пытаюсь разобраться. Во, заходим.
Бонжур. Закрыто. Только единственное, я не могу понять. Вот смотри, я остановился и мышку вообще не дергаю. Чё его так трусит? Это типа, он так дышит, да? Правильно понимаю? О, тихо-тихо. Сека сам занимается. Донде стала библиотека? Не будет ли у вас чашечки соли? Не? Ну и ладно. Не хотят делиться со мной солью. Вот это вот моя дверь, да? Так, я ушла. Ключ оставила в магазине. Он находится на улице, рядом с подъездом. Ты серьезно? А ты не могла мне позвонить, не знаю, там смс-ку скинуть? Вот это меня... Опять спускаться. Ладно. Идемте обратно. Идемте обратно. Может, пробежимся? Хотя, конечно, это громко сказано, что мы бежим. Ну ладно. Ку-ку. Нема, у меня зайчик нема. Сейчас я принесу. Не знаю, корм, косточку. Сейчас принесу. Я все равно в магазин иду. Сейчас мы тебя накормим. Тихо. Как же тут разное. Вы видели, тут кто ходит? Алло? Слендерман, ты? Так, ладно, мне не страшно, мне не страшно. Вам не страшно. Уходим отсюда. Уходим, уходим, уходим. Давай, открывай дверку. У, выбрались. Шикарно. Так, а теперь мне нужно найти магазин. Так, не-не-не, а можно, пожалуйста, не так громко? Можно, пожалуйста, не так громко? Похоже, это тот магазин, о котором писала хозяйка квартиры. Так, ключ должен быть где-то тут. Так, ключик должен быть где-то тут. Ой, я что-то я забрал. Бонжур. А можно ли мне ключик? Ну, либо хозяйку, если хозяйка красивая. Так, ну ничего, такая кроватка. Ну, алло. Отдайте ключ, пожалуйста. Отдайте мне мой ключик, или мы забрали ключик? Блин, я не могу ничего нажать. Вот, escape, чувствительность, все. Чтобы посмотреть, забрал я ключ, либо не забрал. Но походу я взял с вами этот корм для собаки, правильно? Алло, игра. А, вот ключ, тихо-тихо-тихо, вот ключик. Yeah, baby. Все, шикарно, идем. Идемте обратно, сколько? 15 минут первого, ё-моё, спать пора. Пора спать, так что идем. Ну что, как вам игра? Страшно? Ой, все уже свет включили, потому что страшно, да? Страшно, вырубай. Не знаю, как по поводу второй части этой игры, но первую, думаю, мы с вами по-любому запишем. Только одну секундочку, мне нужно кое-что сейчас сделать. Во, вот так. Идем. Идемте накормим собаку. Потому что если Джон Уик узнает, что мы... Да твою ж... Падла. Я же говорил, скримеры будут. Будут пугающие звуки. Если Джон узнает, что мы не накормили собаку, то все. Нам будет... Конечно. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Вроде нормально. Привет. На, зайчик, покушай. Мой ты хороший. А если что, ты меня будешь защищать, правильно? От бабаек. Правильно, умничка. Так, куда-то нам, по-моему, да, вот сюда. И быстро-быстро-быстро пробегаем. И... Ой, а я тут не был, по-моему. Или был? Или не был, или был. Блин, я уже забыл, где наш... Где наш дом, где наша квартирка. Где наша квартирка. Во, во, заходим.
Так, шикарно, открывайся. Открывайся, открывайся. Так, а можно мне теперь свет включить? Потому что я ничего не вижу. Так. Бонжур. Ага. Ну, примерно где-то так я с утра вылежу, да? Красиво. Ля, какая система прикольная. Та ты шо, а можно мне на толчок подняться? Я так, насколько я понял, мы с вами должны в тазике купаться здесь, правильно? Вместо того, чтобы, к примеру, здесь убрать вот этот вот трон и сделать тут душ, а толчок вот тут поставить, они поставили там толчок. И я со своим ростом, понятно, буду когда кокунить коленями носик чухать себе. Так, ну запасов еды у нас прям как... Так, могу предложить... А, предположить, это комната... Это комната. Могу предположить, что это комната. Согласен. Просто не думал. Вот и моя комната. Шикарно. Так. Для начала оставлю на кровати свои вещи. Хорошо, давай. Во. Все. Теперь мы в трусиках, да? Отлично. Если убегать, как же хочется горячего чаек. Если убегать от бабайки, то только в трусиках. Так, а можно мне... Можно мне дверку открыть? Ну, алло. А я не могу, кровать мешает, да? Я не могу открыть. Я не могу открыть. Я не могу открыть. Так, а ты? Тук-тук-тук. Так, холодильник, кухня, кухня. Все прям как у холостяка. Так, чайник. Чай, 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 чай. Где у нас чай? Зеленый чай, зеленый чай. Как же хочется выпить горячего чая. Да мы сейчас выпьем. Шикарно. А что это за свет у него такой? Детской неожиданности. На какаушку похож, а не на чай. Ой, вкусно, да? Так сёрнул, прям аж мне захотелось выпить чаю. Ладно, идемте. Идемте смотреть. Думаю, пора в свою комнату. Дверь на балкон закрыта. Хорошо. Так. Все, басички. А не, ля, открылась. Открылась. Так, привет. Мне страшно, я хочу домой. Старуха сошла с ума. Я уже долгое время не могу выйти даже в подъезд. Ля. Это как в песне, помните? Он умер, мы его в сарае положили. Что за бред? На всякий случай стоит проверить входную дверь. Трактирщик начал нам рассказывать о том, что силы зла на них проклятие наложили. Прислали к ним посланца с рогами и хвостом. Так, похоже, хозяйка уже пришла домой и закрыла квартиру. Ага, на замочек, да? Понял, но только вот эта вот нагнетающая музыка и вот эти вот шумы меня Ты это видел? Ля, подсматривают за мной, да? Пока я тут в трусиках хожу. Слы? Аля. Аля. Дан дестала библиотека. Так, что тут? Не смей выходить ночью на улицу. Так куда я пойду? Я в трусах. Давай еще одну записку. Нужно найти способ выбраться. Ты серьезно? Тебе сказали, нельзя выходить на улицу. Блин, жесть. Так, ага. Это наш костюм. Так, на кухне кто-то чай делает. А ну, быстро, иди сюда. Падла. Дай. Дай, дай ключик. Алло. Алло. Во, опять посмотрю, смотри. Так. Пока месяц там писает.
либо что он там делает. Твою ж. Ой-ой-ой-ой. Так, ребят. Нужно срочно уходить. Нужно срочно уходить, я понял. Как-то мы неудачно с вами сняли квартиру. Открой, пожалуйста. Да открой. Да пожалуйста. Все, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихонечко-тихонечко-тихонечко. Как мне закрыть мою дверку? А не ешь меня, пожалуйста. Все. Я ухожу, честно. Похоже, хозяйка пришла домой и закрыла. Ключ не подходит. Что значит ключ не подходит? Патла. Алло? Да. Сейчас потру спинку, погоди. Сейчас я потру и спинку. И ножку, и ручку, которая там лежит. Сейчас все сделаем. Так, как отсюда выйти? Как отсюда выйти? Блин, а, стрёмно, стрёмно, стрёмно. Так, тут ничего больше нету. Так. А может, это просто ее сосед по комнате, правильно? Мы же не знаем. Не знаем всей правды. Не все ж так однозначно, так что. Да. Уже две отсылочки. Ё-моё! Тихо, 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 тихо. Все. И как нам отсюда выбраться? Как нам отсюда выбраться? А можно, пожалуйста, еще темнее сделать? Твою ж. Ля. Бонжур. Ага. Зависаешь, да? Понял. Так, хорошо, но ты пока не зависай. Мешать не буду. А можно мне отсюда найти выход какой-то? Либо оружие. Либо, пожалуйста, можно поярче сделать. Я ничего не вижу. Испугались? Обосрался. Жесть. Не, я с комнаты не выйду, ребят, как хотите. Как хотите, но я с комнаты... О, здорово. Но я с комнаты не выйду. Все. До побочення. Блин, ну это не... Нет, это не смешно. Ага, а ну теперь везде темно, да? Ну теперь везде темно, а может этот ключик от этой дверки? Пожалуйста, будь этот ключик от этой дверки. Yeah, baby. Все, уходим. Уходим. Так. Отлично. Хотя мне сказали, на улицу нельзя выходить. Если на улице будет хуже, чем у нас в квартире, а может назад вернуться? Как думаете? Блин, ну если будет сейчас еще один скример, я нафиг выключу запись. Не люблю скримеры. Вам-то смешно, но у меня получается звук в игре громче, чем у вас получается на видосике. Раз в 5, наверное. Так, что это? Так, в последнее время в городе начали твориться странные вещи. Я чувствую себя тут в опасности. Надо доделать ремонт и съезжать поскорее. Тихо, тихо, нас нету дома. Нас нету дома, нас нету дома. Это все как бы не по-настоящему. Да, можно шкаф задвинуть. А вот я не могу понять, зачем делать ремонт, чтобы типа съезжать. Эх, ладно, идем. Куда идем? Ё-моё, как некультурно, фи. Так, могу открыть? Не могу открыть. Так, налево пойдешь.
Ага, ручку потеряешь, да? Направо пойдешь. Друзей обретешь. Ладно. Ладно, идемте. Идемте смотреть. Так, ку-ку. Нет, нет. Ну, не надо, ну, пожалуйста. Ну хорошо, но вечером будет стрим по пабуку. Ну, если ты хочешь. Ну, только не трогай меня. Ты же хочешь стрим по пабуку, правильно? Все будет, только не трогай меня, пожалуйста. Так. Не, а можно открыть? Во. Так, тут у нас закрыто. Хорошо. Хорошо. Так, тут мы были. Тут мы, по-моему, не были. Я ничего не вижу, ребят. Я вообще ничего не вижу. Ну, и сделать я вообще ничего не могу. Возьми в руку свечку. Так, ключик. Это что за ключик? И откуда он? Откуда этот ключик? Откуда ключик? Неужели отсюда? Так, да. Да. Уходим. Так, а это у нас что? Фонарик. Да ты шоля. Ну все, мне не страшно теперь. Я тебя не боюсь. Не, ребят, я не боюсь, но я очкую. Что-то я очкую. Я вообще ничего не вижу. Донде стала библиотека? Куку. Мистер Маньяк. Where are you? Так, что у нас тут? Что у нас тут? А у нас тут замочек, да? А у нас тут замочек с вами. А замочек, походу, у нас кодовый или что это? Или не, или обычные? Ладно, идем. Идем искать. Тихо. Все хорошо. Все хорошо, да, отдыхай. Все хорошо. Don't worry, падла. Что тут написано? С. Или С. Что это? На буковку С похоже, да? Ну. Да, походу, буковку С. Походу, тот замок был кодовый. Сколько я понял. Так, а давай еще раз посмотрим. Не-не-не, хватит. Хватит, прекращай. Мне так страшно. Так, ну если это буковка С была, значит, типа, нужно будет найти полностью все буковки. А можно как-то светить более ярче, не? Ну хватит, все, я иду. Иду, мои хорошие, иду. Иду, моя бабайка, иду. Сейчас только я попробую найти. Может, тут где-то еще будут буковки. Why? Во. Если это было S, а это было U, то не хватает каких букв? Две, правильно. К и А. Давайте искать. Ку-ку. Так, а у тебя случайно тут нету буквок нигде? Ку-ку. Так, у тебя буквок, я смотрю, нету, да? Зато у тебя есть вешалки, на которые нас могут повесить. Прикольно, но нет, спасибо. Так, отсюда мы можем выйти? Отсюда мы уже не можем выйти. Эх, понятненько.
Так, ребят, если честно, то я вообще ничего не вижу. Вы хоть что-то видите? Стоит ли мне вообще, в принципе, продолжать записывать эту игрульку, или одной серии хватит, а дальше вы уже сами справитесь. Захотите, поиграйте. Ну и вроде уже все. Я облазил, вроде уже все смотрел. Но не может быть пароль из двух букв, правильно же? Ну, типа C и Y. По-любому же буковки 3 должны быть. Так, нету, нету, нету ничего. Да, ага, вот еще. Собака. Не, все. Все, больше не хочу. Я же говорил, что там А будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все, выходим и заканчиваем на этом. На этом мы серию заканчиваем. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Ну, давай. Ну, пожалуйста, откройся. Алло. Так. А что нужно? Что нужно? Ага, тут пароль нужен, да, я понял. А какой пароль из этих буквок будет? I don't know. Короче, ребят, знаете, давайте, что я предлагаю? Я предлагаю на этом серию закончить. На этом серию закончить. Если вы хотите, чтобы я полностью прошел. Если хотите, чтобы прошел, то пишите мне в комментарии. Потому что я вот с этими вот скримерами пугаться как бы не хочу. Мне спасибо, пожалуйста, ну как бы нет. Так что если... Да. Так что если захотите, то дадите знать. Если нет, то как бы... Спасибо, игра. Но нет, все. У меня даже слова пропали. Все, всем спасибо, всем пожалуйста. Всем до потом и пишите комментарии, а там разберемся.